квартиры. Это не какие-то варианты, там все это то, что ему вот положено по закону. Это все будет на первом этаже. Когда переселение дома закончится, инфоцентр мигрирует, да, он разбирается, это все будут нежилые помещения, где впоследствии, там, наверное, право будет организовать префектура, будут обычные коммерческие точки. То есть все люди, которые хотят заниматься вот, там, бизнесом, да, все это будет, пожалуйста, а что-то свободно. Из социального направления сюда будет? Я, честно говоря, не знаю. Пока вот на данном этапе это рано еще говорить. У нас есть конкретные технологии там, помещения. То есть сначала центр информирования, а дальше уже как... Не смелость. Не знаю. Это нежилые помещения без конкретного назначения функционального. То есть все, что возможно здесь разместить по закону, пожалуйста. Спорт, там, социальные услуги, магазины, Пятерочка, магазины, да.